Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Несбывшаяся мечта, работа таксистом, крепкий брак и дети актера Андрея Фролова. Андрей Фролов – успешный актер. Узнаваемость Андрею принесли такие сериалы, как «Паромщица», «Две судьбы», «Москва, три вокзала», «Улыбка пересмешника» и многие другие. Многотысячную любовь поклонников Фролов обрел благодаря перевоплощению в разные амплуа и образы. Он отлично играет как положительных, так и отрицательных героев. Ежегодно кинокопилка этого актера пополняется яркими и значимыми проектами, но так было не всегда. Андрей появился на свет в семье служащего в авиации и мечтал пойти по стопам своего отца. Однако этой мечте не суждено было сбыться. Пилотом ему не удалось стать из-за состояния здоровья. Фролова всегда интересовало творчество. С детства он занимался в местных кружках самодеятельности. Поэтому, не поступив в авиационный вуз, он выбрал в ГИК. С успехом его окончив, Андрей был принят в театр, а с наступлением 2000-х его кинокарьера стремительно пошла вверх. А спустя время в карьере Андрея наступило затишье. В этот сложный жизненный период актер подрабатывал водителем такси. Новый виток в творчестве наступил у Андрея после предложения о съемке в сериале «Москва, три вокзала». Этот проект принес актеру новую волну востребованности и зрительскую симпатию. В настоящее время этот актер активно снимается в кино, перевоплощается в новые образы. Зачастую его приглашают на ведущие роли. Помимо кино, Андрей посвящает много времени своему любимому занятию – это хоккей. Фотографии с турниров и тренировок можно увидеть в его инстаграме. На личном плане у Андрея Фролова все сложилось замечательно. Свою любовь и единственную жену актер встретил, будучи студентом в ГИКа. Одногруппница Инна Дымская – также востребованная актриса. Пара несколько лет жила в гражданском браке, а в 2009 они официально зарегистрировали свои отношения. Спустя несколько лет у этой пары появился сын, а в 2015 Андрей и Инна стали родителями во второй раз. На этот раз родилась долгожданная дочурка. Фотографии с детьми Мироном и Мариной можно увидеть в личных аккаунтах этих актеров. Хочется пожелать этой замечательной паре долгих лет счастливой жизни, а Андрею Фролову побольше новых интересных киноработ. Пусть радует своих поклонников новыми проектами. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.